Так, сегодня у нас субботник. В церкви, причем субботник. Вот наши цветочки сперва покажу, какие у нас замечательные. А потом вот этих цветочков покажу. Вот эти цветочки все пришли помогать. Вот здесь они садовничеством занимаются. И, а внутри там они нам помогают все почистить. Ну просто цветы. Мальчишки вон там вытаскивают, барбекю готовят. Потому что через неделю Пасха наша православная. Завтра уже будет католическая, а мы к своей готовимся, к православной. Такие у нас помощники пришли в церковь. Такие девочки сейчас стеночки помоют. Мы все сдвинули. Я уже наработала, стену одну вымыла. Вот этот вот стенд вымыла. Стулья вот эти мы солнечкой помыли. Вот эту штучку тоже вымыла. Помыли, полчаса стрём. Вот у нас будет все к Пасхе готово. Вон она, моя Оля. Где мы познакомились? Вот здесь и познакомились. Вместе моем каждый год. Люблю субботники. Видимо, мы приучены к субботникам. Вот наша Наталья пришла отмывать что-то. Им я с удовольствием приезжаю сюда вот поработать, потому что, ну, радость. Вот батюшкин дом. Вот он, батюшкин дом шикарный. Через мосточек он сюда. Смотрите, какой помощник у нас маленький пришел. Мама моет. Зиночка тоже все моет. Это наша кофейня перекусочная. Так, вон у нас Тарас. Тарасик, а ты что моешь? Я лампады. Что? Ты лампады моешь, ты моешь сладкие. Вот на горе вот это одно. Каждый свой фронт работает. Да, каждый свой фронт работает. Так что у нас тут лампады будут в порядке, Тарасу можно доверять. Все заняты. Ой, ну вот это чудо малое пришло помогать, которое просто чудо малое. Ты такой сладкий мальчик, ты такой сладкий. Это еще одна комнатка в нашей церкви. Я хочу сказать, что эти девочки тоже работают, услышала русские. Они здесь вот и поют, и готовятся к мероприятиям, и могут просто поиграть. Мальчишки, он говорит, надо бы окна снаружи помыть. Вот такое место просто для детей. В уголочек. Это не в церкви, а вот в этом доме, в котором мы чаем пьем после сына. Так, а я вот еще хочу вот этого мужчину показать. Он у нас сидит и тоже натирает наши всякие подсвечники и прочие дела. Вот это вот папа, куда мы ходили поздравлять женщину с будущим ребеночком. Вот это папа. И он спокойненько сидит за столиком на улице, все делает. Детки с садами, огородами практически закончили. Вы хотите что-нибудь нам сказать, молодой человек? Этот мальчик умеет говорить по-русски. Right. This wall, just picture this wall going back 19 feet. And that's what's going to happen. And then so you have 19 feet more nave. Okay. And then within the nave, you're going to have a north that's inside the nave. Right. That's coming out about, 8-9 feet, 10 feet. Really? Yeah. And it's going to have a roof inside the nave. So in the back of the church, we're going to have two walls. Александр. Да, вы как всегда в кадр попали. Это наши девушки электрики. Крышечку, пожалуйста. Ага. Я под куполом цирка развести. Should I spray down the green ones too? Yeah, just spray them down. They don't have to get that. Okay. Everything is done. Okay.